Так, ну все вроде. Понеслась. Да родная вскачь. Все, все, да. Анатолий, привет, привет. Ждем-с. Ждем-с. Так сказать, вкуснявки. А там, глядишь, может и спонсор какой-нибудь прилетит. Бывают они тут иногда летают. Что бы это значило? Ты кто? А! Все, понял. Странный. Есть ссылка на стрим. Как же ты так у меня появился, если даже на стримчанске-то нету? Есть, конечно. Так, все. Не отвлекать. Пам-пам-пам-пам. Все. Занимаемся своими делами. Сергей, привет. Анатолий, как делишки? Да мы только начали. Какие делишки-то? Пока ничего. Пока тишина, спокойствие. Да блин, ну ваши детишки. Ну а че вы все такие клочные-то стали все, а? Не, я, конечно, вопрос этот могу решить, но мне что, еще одно окно заводить, чтобы решить проблему с клочными? А с клочными вопрос решается. Блин, я не хочу еще шестое окно заводить, ну хорош. Тут уже целый флот, блин. Таким флотом можно уже достаточно много кого валить. Есть нормально прокачанные суицидники. А, Сергей, я дождался. Чего дождался? Стрима? Или чего? Ну, в общем, чего бы ты там не дождался, видимо, дождался, действительно. А что вывозят? Возят, мы посмотрели, что. Ничего, пусто. Ха. Вывозят, ну, в общем, считай, то же самое, ничего. Так, я, кто не в курсах, периодически то там, то здесь. Поэтому время на ответ в чате будет достаточно замедленный. Потому что цель как-то упускать не сильно хочется. Ну и чатику надо уделять внимание. Поэтому постараюсь и там, и здесь попеременно. Так, ну что, вроде пока пустенько. Олаф, удачной охоты, спасибо, не помешает. Антон, вечер в хату, ясен пень, а как же по-другому? Бра, привет, и тебе привет. Маус, кэтч. Блин, слишком длинный, да, я просто тебя сокращу до конца. Кэтч, ладно, не возражаешь? Привет, тебе привет, ну как там индусы, спасибо за слайды. Слайды непонятно, про какие слайды, вроде я слайды никакие не делал. Вот, а как там индусы? Ты про NPC индусы? Знаешь, надо еще тестить. Надо еще тестить, смотреть. Единственное, ну и с коробками тоже, слишком мало было, поэтому. Но если так приблизительно посмотреть, вчерашний вылез за 2 часа. Индусы есть. Индусы есть. Точно могу сказать, что раньше с обычных индусов чаще коробки падали. Может быть, мне просто тупо так не фартануло. И несколько индусов
Два или три, по-моему. У меня три пустые были вообще. И так-то было бы 7 коробок. А так все 4 получилось. Либо действительно и здесь тоже немножечко порезали шанс выпадания коробок. Вот. Пиратских не видел, к сожалению. Но, в принципе, это как бы не то, чтобы нормальность, но бывает. Хотя по ним вчера как раз-то вылет у меня и был. И с обычными индусами так, если повезет. Повезло, было. Могло быть и побольше. Ну и если сравнить с тем, что раньше было и вчера полетал, то вроде как больше стало. Но все-таки я подозреваю то, что народ, скорее всего, меньше стал фармить индусов. И поэтому всех нахрен не выбивают. Прямо вот почистую. И поэтому они появились. Поэтому, я думаю, все-таки надо будет еще раз сгонцать. Может быть, даже не один, а несколько вылетов сделать. Чтобы более-менее такая статистика была. Не с одного-двух вылетов, а хотя бы три все-таки вылета. И тогда уже о чем-то можно будет говорить. Пока так. По вскрытию, наверное, все-таки я еще пока опираюсь на ту тематику, что я вскрывал 100 коробок, и вот вообще не пошло. Я пока на эту статистику опираюсь, пока у меня не появится другой статистики, я на другой опираться не буду. Но 100 коробок, я считаю, что это серьезная все-таки такая статистика. Вот, поэтому я думаю, коробки сейчас, наверное, лучше все-таки продавать, чем вскрывать. Все-таки вчера 4 коробки, это что-то у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, 112-118 лямов было. После вскрытия стало всего лишь на все 22 ляма. Но с учетом, что были покраски, говно покраски вообще. Привези их в житу, поставь на продажу. Я сомневаюсь, что там вообще 10 лямов даже будет. Поэтому лучше, наверное, все-таки пока продавать их. Лучше, конечно, вообще фракционные. И убила, конечно, тематика, что блудовские приравняли к серпентинским. Потому что серпентикс раньше 120 лямов стоил. Блудовские что-то порядка 150-160 лямов стоили. И то, что сейчас они на одном уровне, ценник на одном уровне, это прямо что-то удивительно. Прям очень удивительно, почему они упали так. Совершенно непонятно. По идее, наоборот, в рост должны были уйти. А они, наоборот, упали. Так что тоже надо это будет все посмотреть, потестить. Но это надо еще и коробки фракционные поубивать, чтоб опять что-то понимать. Яй. Или ты клочный? Ты шабака клочный. И вот самое противное. А что такой долгий-то? Выползай, алло. Или... он, наверное, в гайку прошел в ноль. Что-то я не обратил внимания на расстояние. Ну и ладно. Вот. Черт, сбился в смысле. Ну и ладно. Ник, привет, и тебе привет. Советуемся с друзьями, чем лучше C4 в два окна за минимал время. Слушай, C4 это значит ВХ, скорее всего, имеете в виду. По поводу ВХ это не ко мне. А чё мы тут застряли? Чё стоим такие?
Ну и фиг ли ты тут? Я бы еще понял, был бы разводной. А так-то че? Ни туда, ни сюда. Сергей, скажи, пожалуйста, а покрас корабля снимается, когда его убивают или нет? Есть разные покраски. Есть покраски одноразовые, то есть корабль убили и покраска тоже улетела. Есть покраски 30-дневные, то есть на 30 дней даются, 30 дней закончатся, покраска кончилась. И есть покраски постоянные. Так что на вкус, на цвет выбирай. Любые, какие хочешь. А чё у нас тут вообще рядом с Гайкой творится? Ну вообще. Походу пост разобрал где-то. Чаранчик, а ты чё не летишь? Задумался. Завтра, если не проползу на четырех костях с работы, завтра снова стримчик устрою. Завтра, наверное, крабов покошмарим. Так что завтра, если кто-то собирается там крабить, ха, будьте аккуратны. Астрал, знаешь, что через Steam 300 КСП и 3 дня Омегид выдают? Ну, было тут объявление. Блин, ну вот, о чем и речь. На чатик отвлекаюсь, пропускаю. Ну ладно. Не один, так другой. Астрал, а что такое 300 КСП? Ну, серьезно, это ж, честно говоря, как бы намного меньше, чем 1 лям, правильно? А 1 лям ты спокойненько можешь получить СП по ссылочке под стримом. По рефералочке моей. Там тебе сразу удается лям СП. А не какие-то несчастные 300. Ну, в то такое, в то там. А, все, понятненько. Три дня Омеги. А, и три дня Омеги. Что такое три дня Омеги для начинающего пилота? Честно говоря, это ничего. Начинающим пилотам хорошо, не знаю... Недельку, другую, может быть, полетать. Если они еще не определились, чем заниматься в Евке, полетать. Одним позаниматься, другим, третьим, десятым. Причем СП не вкачивая. То есть халявные СП не вкачивая никуда. Просто потому что начальные скиллы. Они быстро учатся. Они очень быстро учатся. Поэтому просто-напросто... Понахреначил, что тебе надо. Вот. Быстренько учишь, быстренько летаешь. Выясняешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе надо, что не надо. И вот потом, тогда уже можно брать Омегу. Вкачивать лям СП. И, собственно говоря, нормально играть. А вот это вот. Не, ну 300к СП это хорошо. Но если чисто в плане подписки, то это ни о чем. Когда есть, блин, гораздо лучше предложение. Три дня Омеги. Начального перса. Ну, это тоже ни о чем. Смысла я не вижу от этих трех дней. Вкачать ты толком ничего не успеешь за эти три дня. А сделать толком тоже ничего не успеешь. Поэтому, не знаю, как-то это, по-моему, не самое удачное предложение. Если бы эти три дня, допустим, давались бы тогда, когда ты хочешь,
То есть ты можешь их активировать в любой момент. Это было бы интересно. Но я же так понимаю, они даются тебе сразу. Поэтому такое себе. Кэш, спасибо за рассказ. Да пожалуйста, мне чё, жалко. Называй как хочешь, мне без разницы. Ух ты какой. Хороший. Говорю спасибо за гайды. Позязя, еще будут. Время ща появится. Буду тут вам рисовать гайдики всякие. Вы уж извиняйте, у меня не сильно художественный вкус. Не сильно я это в... Я учусь, я тренируюсь. Вот, в монтаже видосиков красивые, что были, что-то подобное. Вот, как могу, так и делаю. Конечно, стараюсь это немножко как-то получше сделать, что-то подобное. Но пока как есть, так есть. Вот. А гайдики вот... Скоро начну ими заниматься. У меня просто скоро будет отпуск. Вот. И во время отпуска этим вопросом как раз и займусь. А то давно ничего такого не было. А вопросов дохренища у народа. Реально дохренища. Причем таких, на которые я прям не ожидал, что могут такие быть вопросы. И ладно, был бы один такой вопрос у одного человека, а в принципе достаточно много людей, которые, блин, не знают того, сего, третий, десятый. Пример, как верью настроить. Да блин, странно. Хотя, может, мне странно, потому что я играю уже давно, мне как-то это по дефолту, типа, все ясно и понятно. Может быть, начальным, конечно, оно и такое непонятно. Ну, в общем, короче, постараюсь все вот это вот наделать. Ну и, собственно говоря, на ваш справедливый суд выставить. А там уж сами смотрите. Либо да, либо нет. Пам-пам-пам. Ой. Вот, блин, как-то надо научиться глаза разделять. Один вот так, другой вот так вот. Чем, на твой взгляд, заняться добропорядочным капсулеру, если на БШ денег пока нет? Если именно добропорядочному, то бишь... ты на нормальной стороне, не на темной. Или пока еще на нейтральной. Хотя не, раз ты сказал добропорядочный, значит на нормальной. Крабить? Крабить? Самое оптимальное. Крабить миски брать. И лучше брать, наверное, боевые миски. Там, во-первых, там повеселее все-таки, чем другие любые миски. Опять-таки еще вопрос, блин, чем ты хочешь увлекаться, точнее заниматься, чем ты увлекаешься. Я не знаю же, может тебе нравится в Excel, блин, вот, тогда торговля, вот, производство. Много вопросов, но я бы, честно говоря, наверное, взял бы сейчас, если бы начинал бы и в Евку еще бы так не разбирался бы. Я бы, наверное, две темы выбрал бы, вот посмотрев, допустим, мои стримы. Это первое, наверное, торговля. Потому что, на мой взгляд, даже на альфе реально можно неплохо подняться. Действительно неплохо подняться. Потихонечку, полегонечку, выйти в оборот, выйти на нормальную финансовую структуру. Как только выходишь, часть... Оставляешь для Омеги часть в оборот опять. И пошло. Потом Омегу берешь и позакрутилось. У тебя уже больше ордеров, у тебя больше возможностей, больше прокачки. За это время ты стендинг еще набиваешь. В общем, торговля. Либо второй как вариант боевые миски крабства. Вот так вот. Да, я бы вот эти две вещи выбрал бы. Но это опять-таки мое личное мнение. Это то, чем бы я бы мог бы заняться и мог бы увлечься. Поначалу. К суициду я бы все равно рано или поздно бы пришел бы по лебасику.
Ну, не могу, это, блин, прямо вот мое и все, и хоть ты тресни. Вот, а что тебе подойдет? Я не знаю. Перечислять можно много, долго и упорно. Ай, да что вы, то вас есть, то вас нету. А чё ты такой? Алло, собака опять клочный. А чё ты как-то криво прилетел? А, ты вообще там куда-то? А куда Нерус пропал? Он же в кулку ушел. Забавные дела творятся. Вот он, ты стой, стой, я тебя еще не успею. А он уже все. Скорость набрал. Говнюк ты. Хоть бы дал бы просканиться. Жопошник. Так, сейчас секунду гляну, как у меня там вообще дела-то. Все хорошо, все нормально. Никто меня там не хочет ничего сделать. Да, вроде все, слава богу, нормально. Пока никто не мешает, можем дальше спокойно продолжать. Петр, привет, и тебе привет. Лайкосик поставил, 29. А, ты смотри, даже обозначил. Молодец, спасибо. Вондер, привет. Виктор, у тебя есть своя карпа? Если да, то можно в нее? Да, есть своя карпа, но поначалу я брал в нее всех без разбора, но понял, что это неправильно. Я, может быть, академку потом создам для всех без разбора. Вот, или вторую какую-то, не знаю, посмотрим. А вот это вот будет у меня карпа исключительно для суицидников. Сейчас я, говорю, в отпуск уйду. Ну, не сейчас, попозже. Я плотненько всем этим делом займусь. Вот. И карпа у меня будет, блин... Ну, в планах, короче, много идей. Пока не буду ничего такое рассказывать. Да вы издеваетесь. Алло, а кто вас научил, блин? Что за свинство? Так, это далеко, понял. Это какой-то кошмар. Мало того, что они в клоку, так они еще в клоку и научились. Безобразие какое-то. Минус 1,9. Забавно. Конечно, есть только линкор, и на Саншу тоже бабок. А, и на Сашу тоже бабок на норм корабль нет. Сашу? Саншу, может, имел в виду? Линкор. Ну, тогда крабство, крабство, боевые миски. И нормальненько, в принципе. Понимаешь, я хоть и крабов-то хреначу, если это подобное, но серьезно, если не суицид, если не торговля, производство, там, копание вообще, боже упаси, вот, то... Вот даже если тебе, допустим, PvP нравится, то PvP ты никак без исок. PvP дорогое удовольствие, не менее дорогое, как и суицид, что самое интересное. Вот, а иски где-то надо брать. Ну и плюс, если реалом не проплачешь, соответственно, надо еще и плексики покупать. Крабство самое такое получается. И именно боевые миски. Именно боевые. Там веселее и больше ЛП дают. И плюфок всяких разных. Поэтому выбирай такое. Можно было бы скан еще сказать. Но что-то сомневаюсь, что...
скан тебе понравится. Иначе бы ты бы вопрос не поднимал бы, наверное, скан бы уже давно бы заточил бы. Потому что сканом можно тоже очень хорошо поднимать денежку. Прям действительно хорошо. Но только в Санше. Остальное не рассматривается по причине того, что там также опасно, но, блин, дешево. А в Санше дорого. Также опасненько, но дорого. Поэтому там риск, опасность, так сказать, параллельно. Ой, здрасте. Ну надо же, нормальный человек в колоку не умеет. Ненормальный человек, бомж. Ой. Нира, привет. Слушай, а ничего так, прыгают-то. Да, бомжи. Ну, хотя бы движуха есть, не то что. А чё у нас народа? Так у нас... А чё, я не понял. Время-то начало 10, а народу чуть меньше 30 тысяч. Может быть, я, конечно, уже зажрался, я уже привык, что, блин, приходишь, 30 тысяч, а обязательно онлайн. Ну ладно. Почти 30 тоже неплохо. Бывало и хуже. Конечно, спасибо большое, Пазязя. В принципе, сейчас как раз на Дрейке агент Рантом и занят. Ой, кстати, по поводу агент Крабства. Не лазь в эти абисы. Не лазите в эти... Ну, если только вам прям прет. Тогда заради бога. Потому что это такая нудятина. Это вообще пипец. Я не понимаю, как эти кондуиты, как эти абисы делают. Но это... Да считай тот же майнинг, только без АФК. Майнинг хотя бы в АФК можно делать. Там поставил и пошел, не знаю, там гулять. Через полчаса пришел там, оп, на следующий перекинул и дальше, блин, гулять. А здесь ты без АФК и та же самая хренотень, блин. Не, вообще пипец. Лучше уж просто крабить. Торговлю посмотрю у тебя, спасибо, Пазязя. А так все равно, чем заниматься. Я добропорядочный от недостатка знаний. А, слушай, так тебя можно свернуть на темную сторону? Ха-ха-ха-ха. Смотри, дело такое. Я тут уже, вон, народ некоторых... свернул на темную сторону. Борис, а будешь брать опытных или можно просто желанием? Опытных в плане чего? И куда брать? В карпу? По поводу суицида? Я скажу так, я буду брать те, кто не крабит. Определяется это элементарно. Вот берешь и смотришь. СС 07. Понятно. Краб. Идти. Дальше крабти. Все, понял? Вот так вот буду определять. Единственное, если ты там заходишь в карпу несколькими персами, один у тебя должен быть суицидник. Раз он суицидник, у него не должно превышать СС определенный. Ну, ты просто не сможешь иначе превысить. Если ты превышаешь, значит ты краб, значит до свидос. Вот, а второй, в принципе, может быть, там, крабом, хренабом, все это подобное, кто угодно. Потому что он у тебя не суицидит, он у тебя лутальщик. Лутальщик в априори должен быть чистым. Это само собой. То есть, в этом плане, да, так. Больше не знаю, о чем ты еще мог... О чем по поводу опыта спрашивал. Петр, кстати, Ева тупит. В плане тупит. Такое ощущение, что задержка уже пару дней. А! Подлагивает? Да ладно, опять что ли? Да вы... я уже, кажется, это повторялся. Нет? А че ты тогда? Сразу-то не аля? Хреначить, не хреначить.
Хреначить. Блин. Включаю варп-двигатель. Нет, не включаешь варп-двигатель. А, блин! И этот убежал туда. Включаем варп-двигатель. Ага, кого я тут сейчас буду хреначить-то? Там баржа какая-то была. Ладно, давай сейчас по КД хренакнем какую-нибудь баржу, а там посмотрим. А тут что-то много. Ладно, может быть... Что-то я даже не посмотрел, кто там вообще был. Кто там был-то? Хрен знает, кто был. Долго думал, называется. Ладно, какая-нибудь баржа тут выскочит, я ее хренакну. А чё, я даже не скушал ничего. Эй, алло. Да, чё-то подтупливает. О, вот какая-то баржа. Вот ты. Злой нехороший. Всё, понятненько. А там смог, гад. А здесь не смог. Включаю варп-двигатель. В клоку. Кстати, вот это надо нахрен все поубирать. Мешается. Долго думал. Но и фиг бы с ним. Он что-то в клоку не... умеет. Блин, а чё я этого-то не забрал? Включаю варп-двигатель. Так, сейчас секунду обратно выставлю всех тут. Так, все, все. Так, и здесь надо нафиг убрать. Вот, все, хорошо. Так, у меня таблетки пропадают. Надо срочно кого-нибудь находить и кого-нибудь шлепать. Блин, ну 900 лямов, конечно. А я молодец, а чё? Алло? А где флёт? А то у меня вообще в флоте. Ёшь твою кочерышкину душу. Я его в флот ещё не взял. Вот, молодец, подготовился к стриму. Вот, наверное, только я так умею. Конечно, куда мне скидывать-то? Во, другое дело. Ах, вот, и такое бывает. Так, Петр, по поводу подтупливает. Знаешь, временами, да, есть такое, что вроде как подтупливает. Креатор, привет. Нира, в крабстве веселее крабить в нулях, либо в зелень в хае, хотя бы прибыльнее, чем миски. Возможно, ты прав, я не знаю, но я же не краб. Я от этого далек и имею представление такое себе. Но согласись, что нули, что, как ты говоришь, зеленка, для этого нужно хотя бы еще прокачаться. Ты же не полетишь, блин, зеленым
даже зеленая омега, хрен бы с ним, сразу все это дело делать, правильно? Я думаю, правильно. Поэтому надо хотя бы сначала прокачаться и вообще влезть в тематику, как стрелять красненьких, крестики всякие. А что для этого надо? Миски погонять? Еще раз спасибо. Реально, гайды уже у всех устарели. МБ, у тебя есть что про ФВ? В общем, суть не накопить альфа и на омегу, а омегой в самом начале чем заняться, чтобы нормально плюс и сок поднять с целью заниматься чем удобно. Если что-то подобное сделаешь, честь и хвала. На второй моник. Он нужен. Кэш, спасибо большое. ФВ, да, есть. На канале зайди в плейлисты. У меня плейлист есть по ФВ. Там как раз от нуля... Сейчас я ФВ развиваю, показываю, как что делается. Вот, и дальше тоже это все у меня будет ФВ. То есть ФВ я не бросаю, просто сейчас пока там прокачиваются скиллы на том аккаунте. И дальше, собственно говоря, продолжим. Вот, а так, в принципе, да, ФВ есть, можешь. Так, по поводу гайдиков, ну, как я сказал, будут гайдики, само собой. Сейчас время у меня появится, просто времени сейчас нет. У меня вообще сейчас... С 8 до 8, 7 дней. Вот такая вот хренотень у меня, блин. Вот из-за вот этой вот хрени, пандемии. Вот, кто-то у нас там заболевший, кто-то на карантине, и приходится подменять, поэтому у меня времени вообще нету. Поэтому, кстати, так поздно стрим это, блин, днем не запускаю на работе. Так, по поводу сотни накопить альфа и на омегу. Вот это, кстати, правильно. Потому что это нахрен не надо. Это получается, ты приходишь на... этот самый в игру не отдыхать, получать удовольствие, а на вторую работу. Вот это у тебя правильный подход, это правильно абсолютно. Я уже об этом сколько раз говорил. А омега в самом начале чем заняться, чтобы нормально плюс-минус список поднять, с целью заняться чем удобно. Плюс-минус, слушай, если у тебя проблем с омегой нету, то просто надо определить, что тебе нравится, и занимайся это в удовольствие, все. Если тебе надо именно конкретно исок поднять, ФВ, как вариант, там реально иски хорошо плавают. Потом, ну вот как народ говорит, крабить зеленку в хаях, либо в нулях. Ну, поначалу в нули я больше не советовал бы. Скан, в принципе, но это опять-таки после того, как клоку выучишь. Без клоки то там делать, в общем-то, по-хорошему нечего. Ну, суицид, конечно, чё бы я про это промолчал бы. Причем не обязательно торнат. На торнат это так, это уже выеживание. А так на трешаках реально можно спокойненько над этим заниматься. Потом. Да тоже с мартой. Можно, кстати, тоже не слабо поднимать. Но если там, блин, очень сильно замучаешься. Торговля. Ну, опять-таки, понимаешь, надо просто понять, что твое. Ты определишь, что твое, туда лезь и, блин, отдыхай, расслабляйся. Все, в свое удовольствие. Так что так вот. А так, еще раз спасибо. Нира, и скан лучше по ощущениям. Скан, да, но когда ты прокачанный. Когда ты не прокачанный, все-таки оно такое. Прокачанный скан... Во-первых, скан сам по себе прокачанный должен быть, чтобы, блин, ты начинаешь скрывать, и ты не паришься. Ты просто скрываешь все подряд, и тебе пофигу, потому что у тебя всего хватает. Вот, ну и клок, конечно, как же без клоки. Чтобы тоже, опять-таки, не заморачиваться. Петр, скан тоже дорогое удовольствие. Да я тебе не сказал, что да, скан дорогое удовольствие. Вообще нифига. Нет. Чем оно дорогое? Петр, у меня 1:20. Ну... Что делать? Нет, да не, можно и в дешевом фите. Сканить-то? Слушай, ну у меня сканерщик... Сейчас. Где? Сейчас я скину сканерщика, покажу.
Ой, да где ж ты? А, вот нужен. Так, нет. Вот, по-моему. Так, это плохой вариант. Вот это тоже такое. Ну, в принципе, нормально, да. Я просто не знаю, для всех по-разному может быть. У меня вот сканерщик стоит 80 с мелочью исок, 80 лямов. То есть, если вот так вот, 83 ляма, ну 84 пускай. И вполне, вполне нормально, все хватает. 80 лямов, это недорого. По крайней мере, намного дешевле, чем Мастерка обходится. Борис, я про Карпо. Ну, про Карпо. Я чувствую, я от чатика уже отстал. Ой-ой-ой, как. Нира, вот майнинг нифига не авк. Я про тех, кто занимается этим прям профессионально. Если знакомый с 10 окнами, у него будильник на каждый шип. Ну, нафиг такое. Слушай, это уже задротство. Это раз. А во-вторых, опять авк. Ты прилетел своей толпой. Каждый поставил копать. Все. И в авк. Чего нет-то? Борис, что такое... Secure статус. Твой secure статус, который показывает сейчас. Вот он, secure статус, который показывает. Если минуса у тебя, значит ты стреляешь капсулера. И вот, если плюса, вот ты, значит, краб. Ну, в общем, вот. Мисс Саку, ой, не стыдно человеку показывать после плюс атаку в игре. Господи, кто не понял, что она сейчас сказала? Плюс атаку в игре. Есть что-то плохое, забаню нахрен. Антон, подтупливает Ева, потому что Дост опять очень много сливается народу из-за этого. Вполне может быть. Хотя зачем досят, я совершенно не понимаю. Это не такая супер-пупер онлайн игра. Не, она супер-пупер онлайн игра. Я в плане того, что народу здесь не так много играет. Смысл? Борг, потопли, потому что Евку где досить. Ну вот только что, да, написали гейм. О, застал твой стрим. Привет, и тебе привет. Петр, Этерон тебя пасет. Да? Который? Вот этот? А заради бога пускай пасет. Этот заради бога. Этот заради бога. А ничего страшного, у меня даже если сейчас шакалы появятся, у меня для них сюрприз. Г-г-г. О котором они не знают. А я еще с прошлого раза его подготовил. Так что ничего страшного, пускай, пускай шакалят. Я с шакалами разберусь. Так, а нам там еще далеко? Далеко нормально. Ой, стой, 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 стой. Успел, успел. Фу, ё-моё. Некто, привет. Борис, меня уже тошнит от ПВЕ. Переходи на темную сторону. А в ПВП и суицид я пока не умею. А в чем проблема? Не, ну ПВП это совершенно другая сфера, чем суицид. Спасибо. ФВ посмотрю. Нашел уже в плейлистах. А ты в больнице работаешь? Можешь немного рассказать про себя? Ну, как зовут? Чем занимаешься? Чем любишь заниматься? Хотя, и так понятно, что его и суицидом. МБ, я, конечно, ошибаюсь, но все же. Успел.
Кэй, спасибо большое. Нашел, молодец. Не, я не больница, я вообще айтишник. Это раз. Так, что у тебя там сейчас за вопрос? Можешь немного рассказать про себя? Ну чего, ты айтишник. Что про меня рассказывать? Как зовут? Зовут Юра. Чем занимаешься, чем любишь? Чем занимаюсь? Блин, по жизни ты имеешь в виду или чего? По жизни вот стримлю. Семья, работа, стримы, YouTube, собственно говоря. Сейчас теплые деньки настали, сейчас дача. Еще. Ну, в общем, нормальный среднестатистический человек в этом отношении, скажем так. Ну, может быть, единственное, это с психикой немножко проблемы, раз я суицидник. Ну, по крайней мере, как обычно мне пишут, да, в комментах, что, блин, я долбанут и подобное. Тварь, подонок. Ну, в общем, все, что о суицидниках думают, говорят, да, вот все это про меня. Вот. Так что, не знаю. Я лично себя таким, конечно, не считаю. Но со стороны это фиг его знает. Может, она виднее. Ну, мне как-то, честно говоря, плевать на это чужое мнение. Мне прикольно и слава богу. А остальное как-то пофиг. Ну, в общем, кратенько как-то так. Ой, еще один. Да, что-то, по-моему, подтупливает малость. Без лагов, но как-то такое впечатление, как будто медленнее, что ли, работает. Может, это просто так кажется? Ну ладно. Александр, достаточно херона, чтобы поднять лярд сзади. Слушай, ну как повезет? Потому что сколько раз я летал? Ну, во-первых, за день. Целый день летать, это то еще на самом деле удовольствие. Но опять-таки, когда как? Бывает, что и удовольствие. Ну, ладно, это второй вопрос. А первый по поводу лярда. Знаешь, вот реально, как подфартит. Потому что когда летаешь... Ну нету, блин, аномалик, и все. Ну вот, хоть ты умри, нету. И что делать? А те, которые есть, они уже как сыр. То есть кто-то уже пролетал мимо, поклевал, и все. У меня такое бывало. Что пустой просто возвращался обратно на станку, и все. Поэтому... Как повезет. А было такое, что за 2 часа, по-моему, если не ошибаюсь, лярд 200, что ли, поднял, что-то такое. Да, по-моему, что-то в этом роде. То ли лярд 100, то ли лярд 200 поднял за 2 часа сканом. То есть, как повезет, тут такое все. Константин, скан повеселее, учит держать нос по ветру и не переживать за ошиб. Насканил дыру, вытащил 50 плюс лямов. Норм, слил, пофигу, нубошип, до 10 лямов выйдет. Слушайте, ну нубошип, блин, не знаю, не могу я на таком летать. Не, могу, но, блин, не хочу. Когда я могу на лучшем летать, зачем мне это? Это пример, знаете, то же самое. Могу ездить на Жигулях, а могу ездить на Мерседесе. Ну и нахрена мне тогда ездить на Жигулях, если я могу ездить на Мерседесе, к примеру. Ну, серьезно. Это не в плане там, блин, что, блин, круто, блин, на Мерседесе там или все что. Просто комфорт и удобство. Вот то же самое здесь. На тех кораблях, которые я могу летать, мне просто комфортно и удобнее, чем на нубошибах этих ваших. Иви, а можешь в Кимби скинуть обзорку твою? Которую именно? У меня... А хотя, в принципе, без разницы, наверное. Пам-пам. Сейчас кину. Вообще же у меня в БДИ есть обзорка. Слушай. Была, по крайней мере. А, уже нет. Надо же, удалил. Ги-ги-ги. Сейчас кину. Где это, уже забыл. Здесь. Так, что ли, по-моему.
Все, на, скинул. Не, разделенка на векселе крабится с одного ляма СП. На эту тему уже столько видос, что прямо удивляешься количеству крабов. Слушай, по поводу крабов, блин, сегодня на работе думаю, дай посмотрю по... Вот просто if on live вбиваю в поиске в ютубе, посмотрю, кто чего вообще чем дышит. Это пипец, это просто пипец. Основная масса народа, которые видосики выкладывают, кто-то стримит. Абисы. Абисы и все, и хоть ты тресни, блин. В перемешку с этим самым. Господи. Как это хрень называется, забыл. В общем, с зеленкой траглавиановской. Ну, в перемешку с этим. Пипец, просто. Вот. Заняться больше в Еве серьезно нечем. Вот серьезно, просто в Еве больше заняться нечем. Вот только этим. Все, больше нечем. И крайне мало. Вот если не брать биста, крайне мало там. ПВП. Торговля, блин. Вообще нет. О, тогда привет тебе от коллеги. Я чуть-чуть программист S++ в DCS. А из-за чего у тебя сейчас загруз? Как ты пришел в Еву? Как давно играешь? Как ты пришел в суицид? Ведь все с чего-то начинали. Во что еще играешь? А так, и правда, не обращай внимания. Тебе нравится. Самое главное. Ух, жесть прямо, слушай. Вопросов-то прям засыпал. Ты точно, блин, это программист? Может, ты из это, внутренних дел? Прям как это, следователь. Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Отвечай. Так, спасибо тебе большое. Че там, программист? Ну, я не программист. Я больше в техподдержке. Это раз. Вот. С программистами, сам понимаешь, техподдержка, программисты, блин, дружат офигенски. Загруз, а из-за чего? Из-за этого как раз, пандемии нашей. Кто-то, блин, заболел, график, все, блин, сбился, надо выходить за тех людей, и все. Вот она и такая хрень. Че там, как пришел в Еву? Да хрена все, вообще пришел я из Ultima Online. Если кто-то вообще знает, если ты знаешь. Вообще офигенская игрушка. Жалко, что ее не сделали со временем более лучше. Короче, она как была 2D, так и осталась. Но это офигенская игрушка. Просто офигенская игрушка. Вот. Про Еву как узнал, я уже не помню. Но когда узнал, это было, блин, прямо шок. По сравнению с другими всеми игрушками, это что-то. А в суицид элементарно. Как и все. Начинал с майнинга. Копал. Потом что-то повез в житу, что ли. Причем на автопилоте. На трешаке меня суициднули. У меня пригорело. Ну, в общем, это нормальная ситуация. Как обычно все это и происходит. Только с другой стороны. Я давай разбираться. Да как же так, блин? ХАИ, это же безопасно, какого черта, блядь, что такое? Ну, в общем, все, я как говорю, вот все стандартная ситуация. Один в один, как обычно происходит сейчас с другой стороны монитора, когда я суицидничаю. В большинстве случаев. Вот. Давай разбираться, выяснил, что это такое. Такое, ага, интересно. Надо попробовать. Попробовал, и все. И тут меня темная сторона поглотила, заглотила. А, и как давно? С 12 года. Михаил, го Астерку разыгрывай. А чё, уже набрали, что ли? А я даже не в курсе. Давай смотреть. Ща. Я чё, мне жалко, мне чё? Мне не жалко, сейчас. Ща. One moment. О, реально. Набрали. Ну надо же.
Так, ну раз набрали. Сейчас организуем. Розыгрыш. Пам-пам-пам. Ну, сюда смысла нет вас загонять. А, Ютуб, не тупи. А, нормально, есть где комментов немного. Так, напоминаю, сейчас даю ссылочку. По ней проходим. Лайкосик ставим, если там лайкосика нет. Если лайкосик ставим, ничего страшного. И внизу в комментах оставляем свой игровой ник. По нему и будет розыгрыш, собственно говоря. По-другому просто я не знаю, как еще тут разыгрывать. Поэтому давайте на все про все. 10 минут, сейчас 21.50. Короче, в 22 устроим розыгрыш. А я пока это самое. Дальше в чатик. Нира, мне тоже казалось, что копать это авк. Не, серьезно, это авк. Но вот он скапывает свежую луну за 5 часов. Как и моя пара орок и остальные халками плюс один фрейтак. Я хз, как он справляется с халками, там карга никакой. В халках? Ну ты сядь на халка и покопай. Я копал в свое время. За сколько у меня набивалось там? Слушай, ну... минут 15-20, по-моему, точно есть у тебя свободного времени. Ну, в общем, в любом случае, ФК там спокойненько копается. Юрий, привет. Бернар. Нет, Бирнан. Бирнан, наверное, правильно. Да блин. Вообще пустой. Хотел спросить, планируется ли продолжение стримов по ФВ? Да, планируется. Сейчас там, я же это говорю, скиллы сейчас немножечко это подтянутся. И продолжим. Плюс там Амара немножко еще тоже сдвинутся. Сейчас пока второй тир. Я периодически это посматриваю, что к чему. Еще сдвинутся немножечко. Матаров подвинут, чтоб было хоть нормальненько. И да, 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 да. Я думаю, мы уже, наверное... наверное. А может нет. Не знаю, надо будет посмотреть. Потянем, не потянем. Может быть, четвертый месяц попробуем потянуть. Александр, Юрий, я летал на... по всем регионам, есть прибыльные регионы для скана, есть просто для крабства. Для крабства я не знаю, для скана я тебе говорю, это Санша, все. Артем, скан как повезет, не раз ВХ упало супериод, конверт, датки, чертеж импланта за 5 лярдов. За 5 лярдов. Блин, круто, что могу сказать. Нира. О, это вещь. А, ультима-то, да. Нира, как понять, кому за 30? Ну да, ультиму знаешь? Понятно, значит, тогда. Юрий, Еву скоро на телефон выпустишь, что думаешь об этом? Во-первых, это будет не Ева. Давай начнем с того, что Ева это вот то, что на ПК. То, что на телефоне, это не Ева. Если бы они были бы совмещены, тогда была бы это Ева. А это не Ева. Раз это не Ева, ну ее нахрен. Я на телефоне заниматься этой хрень не буду совершенно, это точно. Да, есть народ, которым, блин, времени нет. В Ев
Ку. Я жену подсадил на Еву. Пипец. Вот. Есть, которым времени нету, и они, естественно, в телефон. Есть, кому просто нравится этим заниматься. Но это, не знаю, это не то. На телефоне, на мой взгляд, это изврат полный. Криптал, сопливая история, она правду. А, о чем речь, не понял, ну ладно. Владимир, привет, и тебе привет. Кстати, а кто у нас там сегодня стримчанит? Мне прям так интересно стало. О, а нормально сегодня народ стримчанит. Прикольно. У меня сегодня еще идея такая дурная появилась. А, черт, опоздал. Ладно, другой есть. Ни одного, так другого. Фу, блин, отвратительный. Я сегодня что увидел? У меня прямо скупая мужская слеза выступила. Сейчас покажу. Найти еще надо. Где это? А, нет, вот она. Ютуб, ну хорош. О, да. Стоямба. Но, блин. Качество, конечно, отврат. Ну, а что делать? Так, где потерялся, вот. Earth. A world outgrown, scarred by war and burdened with the advance of our ancestors. Compelled the first voyages across space in a desperate quest to colonize other worlds. А, понятно, ладно. Space. Its timeless boundaries and infinite horizons forged the creation of stargates that could bridge the immense distances between the stars. Through mastery of this technology, mankind ventured deeper into the cosmos. Помните, как все начиналось? Ruthless corporations rose to power. У Евки-то день рождения, так есть что вдруг. When the stargates could take them no further, they turned against each other, igniting conflicts that would last for centuries. The battles raged until the historic discovery of Качество, конечно, на то время это вообще. Вот это максимально. The first brave pioneers to enter this portal emerged unscathed, transported instantly across the universe to a virgin system they called New Eden. Millions of colonists soon followed in their wake, lured by the vision of paradise through the astral gateway known as Eve. Spreading outwards among the stars, they embraced Eve with the greatest of expectations. The highest of hopes and the boldest of dreams. When one day nature conspired with fate to breed the cruelest nightmare of all, the wormhole leading to New Eden collapsed, severing young colonies from the home worlds which sustained them. It was the beginning of a dark age that would erase civilization as it was known to be.
А когда вот раньше вот это интер смотрели, прям вау, охренеть, да, было как. On the few planets that could sustain life, the last remnants of our race struggled to adapt and survive. Сейчас на это смотришь, единственное только ностальгия. А так, конечно, блин. The first to emerge from the darkness were the Amar, a monotheistic race fervently committed to their faith. They reinvented spaceflight and soon discovered they were not alone. The Amarians encountered the Minmatar race, dismissing them as primitive barbarians destined for a life of slavery. Матарцев, да, помним? Moving quickly to subjugate them, they launched a merciless crusade against the Minmatar worlds. At the same time, the Galente race flourished nearby. Галенты, блин, тоже. They created the first democratic of the new era and established a regional federation of independent states. The Kaldari emerged as the strongest state among them, driven by the relentless pursuit of economic and military might. Their nationalist ideals soon clashed with Galente liberalism. Destruction and suffering once again. А самое интересное, молодежь не помню, но молодежь в плане того, которые начали ток-током, да, играть. Раньше скиллы учили ради того, чтобы другие скиллы быстрее учились. Вот так вот. А сейчас у вас что, блин? Просто учите. Плюс СП еще халяву на халяву получаете. For more than a century, the races of Eve раньше учились для того, чтобы учиться. Prosperity and the pursuit of wealth govern the mission of mankind. We have a destiny to meet, and the courage of our pilots will show us the path. On the strength of your wings, the fate of empires and the hopes of worlds will be decided. Take control of the destiny that is rightfully yours. Ой, прямо, а? Ностальжи, блин. Так. Чё? А, у нас как раз 10 часов. Так. Розыгрыш. Угу. Ссылочка. Есть. Так, хромик есть. Ну чё, понеслась? Хм, чё-то как-то не густо. Ну и ладно. Кто успел, тот успел. Угу. Жонавасит. Короче, всё. Ему уходит первая астерка. Первый астрок, в смысле, сегодня. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, я, наверное... Ах ты ж, скотина какая. А, черт, зараза, свалил. Все, стой. Мне трактор снесли. Гад, подлец, подонок. Вот зачем он это сделал? Чем он мешал трактор? Так. Сейчас астерку. Опа. Создать контракт. Есть. Есть. Далее. Так, подожди, а где они у меня тут? Вот они. Окей. Далее.
Так, проверяем. Журнала Сид. Астерка. Все. Все хорошо. Все. Прекрасненько. Первая у нас ушла Астерка. Сейчас все остальное подстроим. О, уже контракт принял. Молодец. Правильно, что тянуть? Так, все здесь? Да, здесь все. Так, а у нас здесь... Не успел. Успел. А я его не пробью. А? Ну ты че веселуха. А я его не пробью. И смотри, стоит, самое главное, не спеша. Ну, в общем, это разводной. Актив, актив. Блин, вот в 0.5-0.6 я бы его слил бы. Здесь я его, к сожалению, не солью. Пускай живет. Так. Это раз. Что такое ощущение, как будто я что-то забыл сделать. Да вроде все сделал. А, вспомнил, что забыл сделать. Вот что я забыл сделать. Все. Дальше набираем соточку. И следующая у нас, это самое, Астерка. Так, Владимир, привет. Лолка, привет. Почему плексы дешевле стали? Слушай, хрен его знает, сам не знаю, сам удивляюсь. Причем дешевле. Они пипец как упали. Сол, привет. Александр, у Евки день рождения, у меня сегодня день рождения. Скиньте мне иск на дорогую книжку. Паспорт покажи. И не вопрос, скинем. Константин, я так на Дюнку вторую наткнулся, Дюнку. Дюну! Ну, тоже вообще шикарная игра была в свое время. Столько ностальгии нахлынуло по текущим реалиям. Игра в пиксели, где воображение дорисовывает все остальное. Дя! Согласен. Кстати, да, лернинги были темы. Вот, ты понимаешь, вот это была тема, действительно. Тебе нужно было понять, как прокачивать, что, чего, блин, от... Ой, все эти... Все вот это вот... Как сейчас вспомнишь... Это такая была морока. Причем... выставить ты мог... там... Ой... Как-то у нас там... Вот. Память, сила воли, интеллект, да. Мог раз в месяц, по-моему, если я не ошибаюсь. Уже вот забыл. Ты мог выставить. Или даже больше. Вот. И... Тут у тебя прокачка. Это была тема. Да, интересно приобщиться к истории Евы. Кстати, ультиму я трогал, но не приобщился. Ладва манила, несмотря на то, что 30 лет сейчас, к слову. Три раза трогал Еву. Нынешний 4 ей, надеюсь, втянет. До этого, возможно, не тем занимался, не нравилось и бросал. От скольки суицидишь? И я не из МВД. А, да я понял, что ты не из МВД, это я так сказал, к слову. Так.
В линейку в свое время тоже играл. Три раза трогал Еву. Нижний четвертый. Ну, слушай, понимаешь, Евка чё? Евка единственная игра, где все делают, контент и саму игру делают именно игроки. То есть любую игру назови, там все разработчик предлагает. И игроки идут по тематике разработчика. Все. Здесь исключительно только все игроки делают. Иногда разработчики только, так сказать, подкидывают что-нибудь там, чтобы совсем уж не заскучали народ для разнообразия всякой всячины. Все. А так все творит исключительно игроки. И здесь можно абсолютно все. Вот видишь, блин, в хаях вроде хаи безопасные, хлобысь суицидничаю. Вот, то есть производство, торговля, можешь корпорации создавать, свои альянсы, там, можешь вообще ничем не заниматься, вот просто корпус создал, набрал там рабов, блин, они тебе денег приносят и все. У тебя там хороший подвешенный язык, харизма или еще чем-нибудь, да, это там, блин, только на этом, блин, и выкатываешь, типа, пошел направо, пошел налево, ты туда, ты сюда, ты можешь даже ничего не знать и не уметь. Просто даже на этом просто выкатывать. Ну, такой, в общем, как наши политики. Понимаешь, вот. И это канает, это работает. Это Ева. И этим она прельщает. Почему мало народу в это играет? Ну, по одной маленькой причине, потому что она достаточно сложная. Была бы она очень легкая, была бы неинтересная. Она реально сложная. Сложная для понимания, для игры. Плюс должно, если у тебя что-то даже иногда и пригорает, да, ты должен уметь это потушить. Потому что если ты не сможешь потушить, ну то и все. Да как так-то, алё? Почему? Чё за бред? Слишком поздно его заметил, как вариант получается. Блин, отвлекаюсь. Так, чё, всё, по-моему, на всё ответил у тебя, да? А, от скольки суицидничаю? В принципе, сейчас от лярда. Но вполне возможно, сейчас планочку. Да, уже немножко больше часа. Наверное, планочку сейчас опущу пониже. Наверное, сейчас буду где-то уже от 800 брать. Да что? Руслан, привет. Тебе, привет, как научиться ПВП? Слушай, конечно, не очень хорошо. Вроде как пришло ко мне, но я честный человек, несмотря на то, что я суицидник. Тебе надо к бисту идти. Он ПВПшник. Вот, и учиться там. Я тебя ПВП не научу. Дмитрий, привет, тебе привет. Макс, тебе привет. Сейчас опять от чатика отстану. Клименко, привет, и тебе привет. Подскажи, а у тебя фита нет на мегатрон для зеленых? Да ну, откуда, ну что ты? Ты же знаешь, чем я занимаюсь. Откуда у меня такое? Может быть. Как вариант, я тебе единственное, что могу посоветовать, это на КБ залезть и посмотреть. Вот на КБ можешь посмотреть. Может быть, что-то тебе подойдет, как какой-то фит. Артем, и тебе привет. Дима, привет.
Дим, подскажи, можно ли как-то побустить конрез дистанционно? Сканрез побустить? А зачем? Чего ради? Если ты это сделаешь в хаяк кому-то, тебе прилетит от Конкорда. В лоу в нулях? Ну да, ну как дистанционно? Дистанционно не получится. В любом случае надо в лог взять человека и на него заки скинуть. Это хрень. А хрень называется... Блин. Ой, теперь вспомнить бы, а? Вот ты озадачил. Так, у нас там пока никого нету, пока никого. Нет, тут у нас прилет. Так, нет, это усилители. В рэбе где-то должна быть. Так, это за модуль глушения захвата цели, в принципе, как вариант. Это, конечно, не бустит у тебя этот самый сканрез. Но человек, с другой стороны, уже и в лог-то не возьмет. Что считай, в принципе, считаем, как побустил. Генератор импульсных помех, я, честно говоря, не помню, что такое. А, ну вот тоже, кстати, как вариант. Подавление захвата цели, опять-таки. А, нет, это у нас уменьшает скорость, даже сенсор... А, во, уменьшает скорость. Сенсор корабля цели. Вот тебе, кстати, буст. То есть, получается, меньше... дольше влог берет. Ну, вот он есть. Я помню, что-то такое было, блин. Руслан, бисто смотрю, но он не отвечает. Ну, в принципе, я догадываюсь, почему. Там его дохренище народу смотрит и дохренище пишет. Вот. И, ну, просто физически он не может на каждое сообщение отвечать. Даже на фанпи зашел, там предлагают за 100 рублей час учить ПВП. Думаю. Слушай, ты если хочешь именно учиться ПВП... Не заморачивайся, особенно никуда не плати, сделай проще, вступи в какую-нибудь карпу. Какую, я тебе не подскажу по нормальным причинам, потому что не в курсе, кто там. А вообще, вон, элементарно. А у меня не здесь. Здесь у меня не настроено ничего. Вон, корпорация. Вербовка. Вот здесь вот выбери все, что тебе нужно. А, нет, от моей заявки не то. Вот. Да ёма... вон, поиск, да, и выбирай область деятельности. Вот, ПВП, и пошел. Твой прайм тайм, блин. Все, выбирай карпу, которая тебе подходит для тебя конкретно. Приходи в карпу, там тебя научат, поверь. Если тебе карпа не понравится, никто тебя не, там не держит. Ушел, нашел другую, вступил в другую, все. Никто ж насильно тебя там держать не собирается. Все делов-то. Чемодан, привет. Тор, привет. И вот эту хрень я как раз ищу. Ну вот мы нашли, короче. Александр, привет. Кизиус. Так, наверное, правильно. Здравствуйте, и тебе привет. Ищи Олду. Понял. Это у нас называется спам. Ща, народ, погодь. Надо тут это... Спам вытравить. Чё там? Кези-ези.
Та-дам! Все, нахрен в бан. Так. Что-то я еще хотел вам сегодня показать. Да, давай еще тут вспомним. Вспомним еще кое-что из Евки. Так. Да и фиг бы с ним, блин, у нас тут это. Игра игрой, конечно, что-то подобное. Так. Музыку нафиг. Сразу предупреждаю, если с вами сидят рядом дети, убирайте их. Там есть нецензурщина. Приветствую в гайде от Периона Флакса, рассказывающем о том, как играть в это ёбаное говно, которое называется EVE Online. Если вы подумываете о том, чтобы начать играть в EVE Online, убейтесь прямо сейчас. Так вы сэкономите кучу времени. Но если вы начнете играть, начнете качать скиллы и прочую хрень, то сразу замахивайтесь на что-то топовое. Не нужно качать какой-нибудь говенный рифтер или что-то вроде него. Лучше сразу качать из Титана. Это самый крутой и самый здоровый корабль в игре. Он похож на огромный член, от его вида все охреневают. Девки будут на вас вешаться, ну и в принципе все. И титаны дешевые. Теперь про ПВП. ПВП это когда вы висите на Виксоре, прохлаждаетесь так. Вот это вы, а вот другие люди, другие игроки. И они обязательно валят вам пизды. Вообще. Вы в онлайн, вы будете умирать постоянно. Иногда вы будете, ну, кемпить гайку, из которой должны прилетать другие корабли. Но ни хрена, потому что они просто пропрыгивают и сразу тварпают херам. А вы только и будете думать, что за херь тут произошла. Ну и... Иногда вы будете долго кемпить гейт, думая, типа, как это круто, надо продолжать играть в EVE Online, она классная. Будете висеть с друганами и чатиться, и ждать, пока все не остопиздит, и вы не начнете стрелять друг в друга. Еще вы будете карибасить, то есть фактически будете нагибать красные крестики. А потом опять красные крестики, пока кто-нибудь не подварпает и не выебит вас. А вы только подумайте, как это так? А потом окажетесь в клонилке, ни хрена не понимая. Может, вы захотите стать шахтером? Вот, копаем. На картинке здесь показан майнинг. Смотрите на этот величественный майнинг. Копаем. Ух, хуяси. Копаем. Вот это по поводу майнинга, кстати, актуально. Вот другие вещи, политические аспекты. ВИВ, если вам придется иметь дело с политикой и дипломатией, лучше быть французом. Они отбиты, не такие, как все. Французы крутые, ведь они смогли засунуть французский даже в олимпийский девиз, хоть никто на нем вообще не говорит. Китайцы так вообще, наверное, думают, какого хуя, мы устроили такое шоу, а они все говорят по-французски. Большинство игроков в EVE — это солдаты-детоубийцы. Нет, не так, ребенок должен быть черным, а солдат уже наверняка бы вызвал поддержку с воздуха. Когда будете общаться друг с другом в TeamSpeak, проверьте, что вы поставили микрофон рядом с вентилятором, или с кошкой, или за окно, или просто возьмите микрофон и засуньте себе в жопу как можно глубже. Я бы сказал, что три самые нужные вещи в EVE — это револьвер, патрон и ваш рот. Ну, это вроде как все. Это для молодых, кто еще не видел этот гайд про EVE Online. И особенно тематика, если вы еще думаете, стоит ли заниматься EVE Online или не стоит. Ну и по поводу как раскопки там все рассказали, по поводу про PvP. Очень чётенько и очень все понятненько. Очень доступненько. Поэтому я надеюсь, вопросы по этому поводу отпали, если у кого-то еще не возникали. Как это вообще, чего, куда и зачем? Ох ты хрена ты утанкованный, блин. Офигеть.
Сергей, что такое гиперядра заиски? А, гиперядра, я не знаю, о чем речь. Ага, ну вот опять. А он и ник на, не в нашу сторону, ну и слава богу. Так, а что-то у нас тишина, непорядок. Верните нам. Что там у нас, кстати? 75. Нормально, тихо, медленно, не спеша, двигаемся. Опа. Сбежал, пока смотрел. Ник, привет, тебе привет, вот это понравилось. Смотрел и плакал, столько эмоций. Ну реально же, реально. Это, блин, вообще что-то с чем-то. Это, блин, да, это Ева. И все, что там, в принципе, сказано было там, коротенько, маленьком гайдике, все прямо четенько. Все прямо вот по делу, без всякого, блин, размазни. Как есть, так и есть. Блин, хотел еще что-нибудь вам там про Евку это, показать. Что-то больше не нашел. Так, а у нас сегодня вообще что-нибудь будет или нет? Или у нас так? Что это было? Очень интересно. Или у нас так просто вечер посиделок? Не, ну дорогой пролетел, но он разводной был. Он реально разводной, утанкованный просто в хлам. Полетел бы он где-нибудь там, когда я вот был в 0.5, вот там бы он полетел бы. Я бы на него посмотрел бы, как он мимо меня пролетел бы. Так, а еще я хотел посмотреть, у нас тут как все более-менее. Ну, не совсем все более-менее. Что-то там тело одно какое-то совершает непонятное телодвижение. А что у нас вокруг гайки происходит? Нормально. А тут врек, оказывается, вообще валяется. Говнянский какой-то, ну не важно, все равно. Так. Ну-ка давай проверять АФКшников. А он, наверное, вот эту торнадку. Тут. Трешак, трешак. Ой, ешь, моё ж. Фига тут оккупировали, блин. Нормальненько. Не, блин, когда у тебя тынькает оповещение, 8% чатика альт... Табует в игру, чтоб посмотреть, что пришло. Ну убрать-то я тоже не могу. Я специально оповещение поставил громкое. Потому что у меня периодически подставные курьерки летают. Должен же я знать, взяли у меня курьерку, не взяли, чтоб не провафлить. Поэтому я не могу на это дело забить. Макс, бди, слушай, по профильной теме суицида был у тебя фит для соло трэшера? Для соло трэшера? А, нет, подожди, что значит соло трэшера? Трэшер соло не может быть, он должен быть с лутальщиком. Или в смысле один ты имеешь в виду?
Сенсор бустером, карго сканер. А, все, я понял, о чем речь. Угу. Насколько реально на таком учиться и какие цели выбирать? Реально. Проблем там нету никаких. Но на самом деле, с учетом сегодняшней тематики, то что если раньше привар был 15 километров, сейчас 10 километров, времени на выстрел у тебя практически не остается. Поэтому самое оптимальное... Я, по-моему, не помню, на каком стриме уже говорил. Ну, не важно, ладно. Самое оптимальное это... Во-первых, тебе два окуна нужно. Это суицидник и лутальщик. Хочешь ты этого, не хочешь, по-другому никак. И смотри. Вот там у нас гайка. И вот здесь гайка. Встаешь там за гайкой. Лутальщиком. И лутальщиком сканишь. Ну, пускай будет вот такой вот примерно фит. Единственное, только можно что сделать здесь, да, в этом фите. Так как у тебя там все равно автопилотчики. То есть вот эту вот хрень убираешь. Или даже вот эту хрень можешь убирать. Не, пассивку, наверное, оставь. Вот эту можешь убрать. Они автопилотчики, поэтому успеешь по-любому их спокойненько залочить. Вот, и сюда ставишь там АБ, МВД, неважно. Что-нибудь. Как только у тебя появляется цель, ты, ага, все, есть, пропрыгиваешь ворота, летишь к своему трешаку, вот, дожидаешься, прилетает автопилотчик в 10 км, ты сразу же трешаком стреляешь, то есть не ждешь время, не теряешь это время. Надо будет, кстати, по этому поводу стримчанс как-нибудь сделать, заодно и показать, как это вообще в реале новых все живет. Или видосик замутить. Блин, надо подумать. Че, тоже клочные? Вот клочных-то развелось. А самое интересное, сколько вот таких вот стрелял? А реально? О! Он еще и в клоку-то не особо. Ну вот. Вот чего ради? Бестолковый вот этот в клоку уходит. Ну серьезно. Ради, блин, сраных 300 лямов? Ради одного, блин, импланта, который может спокойненько сгореть, и ради 300 лямов, да кто его будет суицидить-то? Так я вот к чему и говорю, то что хоп, такого клочка суицидишь, блин, а там говно, блин. На кой, сука, хрен ты, блин, уходил в клоку? На чко? А, блин, слов не хватает. Взял, спровоцировал, что называется. Поэтому я теперь таких обязательно сначала полностью проскан. И только потом уже принимаю решение. Так на обум больше не стреляю. Я таким макаром что-то порядка лярда, что ли, слил. Ну нахрен, больше не хочу. Смысла в этом не вижу больше. Лучше уж наверняка. Так, по поводу трешака вроде объяснил. Что у нас тут интересное летает еще? Упс, стоять. Ты кто? А, это. Нужный. Ненужный. Иди отсюда. Так, магнат что-то стоит какой-то. АФКшничает. Нет, не интересно. Все, больше ничего такого интересного-то нету. А, ну это понятно, конечно, это должно. Все, больше пока ничего интересного нету. Никитосик, привет, и тебе привет. Я много пропустил? Вообще пока ничего не пропустил. Ну, единственное, что, розыгрыш пока пропустил. Немножко две видюшки на ютубе запустил по Еве. По старой Еве. Немножко поностальгировали. Ну так, в принципе, ничего.
А, но была цель в 1,9 лярда, но она разводная, утанкованная наглухо. Я сейчас просто в хаях с высоким ССом, поэтому таких убивать не могу. Было бы с низким ССом, но там бы, блин... Мы бы с ним поговорили. Сэм, почему индус с импом не завалил? Во-первых, имп один. Он может сгореть 50 на 50. На кой хрен так рисковать? Точнее, я бы еще рискнул бы, если бы там стоимость была бы лярд, к примеру. Я бы рискнул бы. Вот. А 300 лямов? У меня торнадка почти 150 лямов стоит. Какой мне интерес? Даже если она не сгорела. Окей. Этот имп не сгорел, он остался. Стоит 300 лямов. Что мне с ним делать? Продал. И что я заработал? Мне торнадку еще одну надо покупать за те же деньги. Получается, суицид ради суицида? Бред. А, так я еще и в минусе окажу, потому что СС у меня опустится, который потом надо будет еще мыть. А это, блин, денежка. Поэтому нет, смысла нету. Вы же не забывайте про финансовую составляющую. Если бы я чисто занимался суицидом ради суицида, я просто-напросто брал бы тут ПКД, бы всех валил бы. Какой в этом смысл, я не вижу. Роша, я не понял, как получить бонус в Steam? Это надо создавать акк? Слушай, я не знаю про Steam. В Steam-то там от меня никаких бонусов не получаешь, поэтому понятия не имею. Макс, круто, спасибо, буду ждать стрим-видос в нынешних условиях. Позязя, мне бы главное только об этом не забыть. Ха. Просто на самом деле идеи тьма тьмущая, сделать хочется много чего. И вот сегодня, сейчас это сказал, а завтра из головы это вылетит, потому что, блин, еще тьма тьмущая идея прилетит, которых, блин, надо сделать то, надо сделать все, и вот так вот. По идее, по-хорошему записывать это все. Ну, блин, я ленивый. Даже хрен бы с ним тоже ленивый. Я обычно, когда что-нибудь записываю, либо это где-то теряю, либо потом эти записи вижу, такой, а, да это я помню, что это, господи, выкидываешь. И потом, блин, хоп, и вылетел, все. Макс, а что такое трэшер? Может прихлопнуть и на чем можно прогореть? Трэшер это корабль. Фрегаты, включая саны, так понимаю, возьмет, а на индусы соваться не стоит, так? Индусы нет, санези, кстати, тоже нет. Да и санези это вообще-то не фрегат, так, навскидочку. Т1 фрегаты, в принципе. Наверное, практически все Т1 фрегаты может взять. Кроме, опять-таки же, любого фрегата, если он утанкованный. Это если один на один. Если утанкованный, то он не возьмет. То есть, либо говно фит, либо без фита. Но без фита они не летают, обычно в говно фите. Вот в говно фите, да, можно стрелять. То есть, если там нормальный фит, стрелять бессмысленно. Потому что у тебя будет только один выстрел. Но, опять-таки, один выстрел это в хаях с высоким ССом. С низким ССом там у тебя побольше будет выстрелов. Так что, в принципе, можно. А хотя, не знаю, успеешь, не успеешь, пока он долетит до гайки. Сколько у тебя цикл будет-то? Насколько ты будешь уже обученный-то? Я тоже этого не знаю. Сколько ты сможешь сделать выстрел? 2, 3. Макс, буду забегать, напоминать. О, а вот это хорошая идея. Давай, так и сделай.
Будешь пинать меня, чтоб я не забывал. Согласен. Иван, привет, поделишься паролем от чат суицида? А с кем поделиться? Чуть стул заскрипел. Ой, блин, это не включил. Ну ладно, он все равно пустой. Да, что-то как-то скромненько сегодня. Что тут такое, что мы еще не проверяли? Ничего нету. Петр, 22 лайкосика осталось до Астерки. Давайте. Давайте. Ну, какой, чё сейчас гляну. Так, а мне вроде показывает, что он это самое. Стримит, чё, нет? Уже нет. Понятно. А онлайн поднялся. Правда, немножечко все лишь. 31 тысяча. Ну, я уже, честно говоря, не надеялся даже на это. Ой, не туда. Сейчас смотрю, у нас тут ФКшник. Мне не интересно. Блин, какие индусы стали прошаренные, ты смотри, а. И утанковываются, и клочные. Чемана, какой видос лайкаем? Мы не видос лайкаем, мы стрим лайкаем. А чё, хотите сказать, там уже соточку набрали, что ли? Ну, он 83 лайкосик только, ну чего-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока лазил, смотрел. Успел? Успел. Неинтересно. Не, что-то есть такое ощущение, кого-то притормаживает. Ну-ка, давай. Давай помельче что-нибудь возьмем. Ой, ну ладно, прямо. О! Шкорпион. А, ну, блин, да. Не посмотрел вообще, кто это. Кого тут такого
А вон давай, Торнадо. Да нет, в принципе, вроде нормально. Версия Ризен еще стримит. Сейчас ты не у всех подписан, там много кто сейчас стримит. Иван, Юрос, Елисемаш. Что такое Елисемаш? Я не знаю, что такое Елисемаш. Это ник, что ли, такой, или чего? Или стример? Ели. Стримерша тогда получается. Если это так, конечно. Так, вам пока ничего нет, давай тогда посмотрим, что у нас тут вообще возят. Что-то ФКшников тут собралось, ты смотри прямо. Ой, Акатр. А, ну это по прилету. Ты кто? Ну, что-то сомневаюсь, что он может быть интересный. А ты кто? Гилка. Не, невкусная. Как меня вот раздражают вот эти вот минус десятки. Отмороженные на всю голову. Не, я еще не дошел до той степени, чтобы до 600 опускаться. Еще не настолько все так плохо. Макс, вот еще такой момент. По хайсеку летают фуры фритаки. Сейчас, подожди. Ага, давай продолжаем. Фуры фритера, их иногда сеткуют для быстрого отварпа. Насколько сеткуемые фуры привлекают внимание, возбуждают суицидников? Слово-то какое интересное, возбуждает там. Возбуждает все то, что в карго интересное. А то, что его там сеткуют, вообще как-то пофигу. То, что тон, видишь, народ, блин, в клоку за 300 лямов-то уходит. Может, те же 300 лямов ему, блин, срочно надо переправить. Поэтому нет, пока не просканенный, пока не знаешь, что там внутри, он не интересен. Мастодонт, на кой ляд? Все равно неинтересный. Поэтому все зависит от скана. Иван, имею в тыду, поделись паролем от чат суицида с чаром под ником... А, все, я тебя понял. Да мне... Какой у тебя СС для начала? У этого чара. Вообще, для начала, давай сейчас посмотрю. А, вот есть. Я тебя увидел. Смотрим. 4.8. Ты краб. Нет. Коребонька и дальше. Либо СС свой опускай ниже. Крабом в суицид путь у меня будет теперь закрыт. Хватит. Потому что очень-очень много из-за этого получается неприятностей на том же самом стриме. Поэтому нет и еще раз нет. Макс, какие меры предосторожности можно принять для пилотов фуры фритаков, кроме как не возить больше одного лярда в стриме? Насколько опасно при этом сетковать ее?
Да сеткуй сколько угодно. Всем плевать. Я еще раз говорю, пока не просканен, ты не интересен. А так, все зависит от твоего скана. Че у тебя в карго? Если ты в карго вкусный, тут тебя ничего не спасет. Если в карго ты невкусный, то и не парься. Ситкуй там, не ситкуй, что хочешь делай. Хоть бери и толкай до следующей гайки вручную. Ты не интересен. Ты невкусный. Не победить, привет. Слушай, ты смотри, даже Т2-шные что-то как-то такие себе. Не, понимаешь, вроде как рабочий день, но он такой рабочий себе, поверхностно. Сейчас что, народ-то вроде как особо-то не работает? Кроме некоторых. И да, дурные тоже не часто попадаются. Вот как у меня вот были суициды на сколько там? 5-6 лярдов. Такие тоже. Не часто таких их завозят. А, ну ладно, Т2-шный фиксим. Никитос, если я буду на фрегате 100-250 лямов в житу вести, мной заинтересуют суицидники? Если на автопилоте, да. Если ты будешь не на автопилоте, то не факт. Еще очень проблематично то, что когда перевозишь, надо знать, как еще перевозить. У тебя может быть даже отварп, не обязательно, что он будет там двухсекунды, как вот обычно, да? Говорят, что 2 секунды нужно отвар. Абсолютно не обязательно. Ну вот, у меня фрегаты летают мимо меня. Ну и что, я их даже не сканирую. Потому что для начала мне надо выяснить, а автопилотники они или нет. Если автопилотники, тогда можно будет уже выяснять, что они из себя представляют, везут что-то или нет. Потому что не автопилотник, он прилетает прямо на гайку, и варпает. Все. Я с ним ничего сделать не могу. Стрелять в него от гайки я тоже не могу. Неинтересно. Тоже неинтересно. Вот. Стрелять от гайки, вот как торнадка, допустим, я по нему тоже не могу. Если он, конечно, не затупит. Если затупит, тогда может, конечно. Фигакует. Но если он не на автопилоте, вряд ли он затупит. Поэтому, скорее всего, это будет бессмысленно стрелять. Поэтому, да, спокойненько можешь лететь без проблем. А вот если на автопилоте, полюбасик тебя сольют. Ну и опять-таки тоже еще вопрос, какой фрегат. Если, допустим, ты на Астерке будешь утанкованно лететь, ты никому интересен не будешь, потому что слишком дорого тебя будет сливать. Не пропорционально тому, чего тут везешь. Сколько исок. Поэтому такое тоже. Ой, Шариф, привет. Хулиганишь? Ну как хулиганишь? На этот раз назовешь тут хулиганишь. Так, сижу, штаны это просижу, можно сказать. Ничего пока интересного. А вот сейчас что-то подтопливало. Не, все-таки что-то Евка подтопливает, реально. Видимо, действительно досят. Блин, хреново, на кой хрен? Кому это нужно, вообще непонятно.
Самое интересное, Евка никому конкурентом не является. И для Евки никакого конкурента не является. Евка вообще абсолютно отдельная игра, в которую влиться просто так вот невозможно. Вот ты из танков пришел такой, бля. О, да я тут сейчас это папкой стану нагибатором. Да хрен там. Ты часок в лучшем случае поиграешь такой. О, не, все сложно. Тут все сложно. Тут направо, налево, вперед, назад. Это, конечно, хорошо, но есть еще вверх-вниз. А еще надо, блин, это рассчитывать и скорости, и угловые, и какие самые патроны. А плюс еще фит. А плюс еще какой корабль против тебя. А еще что-то продавать, а еще что-то покупать, а еще как-то взаимодействовать со всеми. Ну, это так. Чисто навскидочку. Что первое пришло в голову. А так еще дохренишь всего. Поэтому такие реп почешь такой. О, не, я обратно, блин. В свои танки лучше пойду. Или что там еще у нас там? Вов, да? Тоже, блин. Да, они чем они популярны, эти игры? Тем, что, блин, они тупые. Ну, кто бы, кому бы, как это не казалось бы обидно или не обидно, не знаю, пофиг. Вот, но они реально тупые, потому что там думать не надо. По крайней мере, так как в Еве. Сейчас начнутся, небось, там. Да там надо думать, да-да-да, куда поехать, кого стрелять. Ну, да, окей, хорошо. Думать надо и то же самое, чтобы это, блин, суп горячий не есть, чтобы не обжечься. Там тоже думать надо. Надо же подуть еще. Просто есть разное думание. Думанье. Где мозг работает абы как. И где, блин, действительно работает. По крайней мере, хороший показатель в плане этого дела. Да, те же танки возьмем. Сколько там школоты? Че уж говорить-то, у меня вон ребенок 10 лет, блин, ё-моё. В эти танки, блин. О чем это говорит? Правильно. Потому что даже вон 10-летние там спокойно могут тусоваться. Только слышь, да куда ты поехал? Да ты не туда поехал, да куда ты стреляешь? Ну и так далее. А в Евке? Какая-нибудь школота есть? Я, кстати, эксперимент тут провел ради интереса, это мелкому своему поставил Евку. Типа, ну давай. Его хватило буквально... Блин, сколько там прошло-то? Сейчас, секунду. Вот, его хватило где-то, наверное, минут 10-15, от силы 20. То есть даже полчаса не прошло. Вот о чем и речь. Школота здесь не могет. Делать в других играх спокойно. Вот вам и уровень. Иван, что-то... Что про что, но слиперов крабить я люблю, но для суицида запас по СС самое то. Ничего. Никитос, когда ПВП? Ой, блин, опять ваш ПВП. Ну не умеешь ПВП, уже сколько вот пробовали. Ну руки не заточены, этим надо заниматься. Периодически, скажем так. Не мое это. Так, по приколу скататься, слетать, слиться, это одно дело.
А так, чтобы прямо постоянно этим заниматься, ну такое. Не знаю, пока не тянет. Иван, я не краб, я барыга. Ты еще хуже краба, значит. Ты же барыга. Разбарыжничать тебя надо. Макс, а есть значимая разница между Торнадкой и Талосом? А, есть, и большая. Талосы с низким СС хаях суицидят, Торнадки с высоким СС суицидят. И редко, когда в низких СС хаях. Или тут как с каталистом. Почему есть каталист, еще не понял. Трэшером ДПС против альфы по секьюр статусу. Каталист это только ДПС. Всегда ДПС. А трэшер может быть альфой и ДПСом. Единственное, ДПС у трэшера меньше, чем у каталиста. Поэтому если есть возможность садиться на каталист, то все выбирают каталиста. Потому что там ощутима большая разница между каталистом и ДПСом. И трэшером в ДПСе. Шериф Ева очень интересная и сложная игра. Подобной игры не встречается еще нигде. Вот о чем речь, да. Сергей, два друга зашли посмотреть у меня и сказали, это не мое. Вот, тоже. То есть, тут не то, что... Тебя чё, кто стрелял за 300 лямов? Серьезно? Странно. Сумасшедшие. Вот. Тут даже не то, что школота. Тут взрослые-то люди. Не все в это дело въезжают. Какая там школота? Дима, ты что? Там же нужно не промахнуться мимо кнопки «В бой». Ахаха! Это про танки? Не, ну ладно. Давай не будем уж так сильно занижать. Я иногда тоже в танки лазю, очень редко, но это когда уже просто реально хочется отдохнуть от Евки, потому что постоянно Евка, 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 хочется отдохнуть, вот, туда залазю, и каждый раз охреневаю, по-моему, эти случайные бои, где, по-моему, там народ все больше и больше деградирует, ну просто реально, большинство боев, просто реально большинство боев, я с них просто в шоке. Ты обычно попадаешь в одну из двух команд. Либо тупую, либо нормальную. Нормальная команда, она что делает? Здесь заслон выставил, здесь заслон выставил, здесь заслон. И светляк где-то там катается, выясняет, где, чего, куда, зачем. Понятно. Ладно, посмотрим, умеешь, нет? Умеешь, говнюк. Ну ладно. Блин, это Рон. Дожили, блин, в клочку уже уходит. Пора этим вот, начинать заниматься клочными. Что-то они мне не нравятся совсем. Вот. Тупая команда что делает? Нахрен какой-то фланг, нахрен центр. Всей толпой на один фланг, блин. 2-3 человека противников. Встану где-то там. На этом фланге и держит всю толпу. Дебилы, вас там толпа, мясо, блин. Если уж поперли, блин, туда, ну прорывайте фланг, заходите, блин, внутрь, блин. Че вы делаете, раз уж плюнули на все? Нет, блин, они там станут и давай, блин, это, пих-пах устраивать. И сливаются. И эти там 2-3 человека, которые держат оборону, спокойненько сливают эту толпу. Народ, который проверяет там на мягкость другие места, центр, фланг, там, о, а вроде никого нет, поехали посмотрим, потихонечку проезжай, проезжай. Пока они доедут до них, там уже пол команды нету у меня, уже сливается вся эта команда. Ну, это как так надо играть, я не знаю, бросать фланг, центр, блин. Ах, у меня с этого, блин, пригорает вообще дико. Вот так вот чуть-чуть посидишь. Попригораешь такое. Так, все, понял. Ну нахрен говно игру эту, пойду я обратно в Евку. Лучше пускай у кого-то от меня будет пригорать, чем у меня будет пригорать от этой игры вообще. Ну и вон нахрен.
Макс, когда игрок из Евы уходит в WoW, средний IQ обоих сообществ увеличивается. Слушай, да, очень глубокая мысль, правильно, согласен. Руслан, что выбрать для фарма первых бездн, Ворм или Каракал? Выбрать, наверное, человека, который крабит, и у него спросить. Вон у чатика спроси. Прям пиши, чатик, помогите. Тут, блин, ну ладно, не буду говорить половина. Почти все крабы. Вот, они тебе помогут. Руслан, я еще, ты еще и альфа. Тем более. Чемодан, мой 15-летний дятел еще и стримит Евку. Вау. Как-то любят его. Ну что, молодец на самом деле. Молодец. Пускай. Авось, глядишь, и станет где-нибудь там выдающимся стримером. Дима, в Уэдаме сейчас стреляют по 300 миллионным. А что, все так плохо с индусами стало, да? Что уже по 300 миллионов стреляют? Не, я когда-то подозревал, что может до такого дойти. Ну, не думал, что так быстро. Не, ну понятно, плекс падает, корабли дорожают, все ясно. Ну блин, за 300 лямов стрелять? Нет. Ну вот, за тебя я этого пропустил. Просто надо интересно бэшашки посмотреть. Иногда они могут перевозить пипец сколько исок. А иногда еще в офицерке быть. Естественно, я не, его не стрельну. Это бессмысленно. Вот. Но. Поставить на нем плюсик всегда имеет смысл. Авось где-нибудь с ним пересечемся. А вы что думали? Суицид просто так? Увидел, блин, стреляешь? Нет. Еще и на будущее. Тоже делаешь заготовочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин. На 300 лямов хлама. Вот чё, его стрелять будут в Уэдаме? Ну, там совсем, видимо, все плохо, не знаю. Нельзя, нельзя. Это ж, блин, пример то же самое, как ловить рыбу во время нереста. Нельзя так делать. Краб должен накрабить, разжиреть, почувствовать безопасность, почувствовать, что может много возить. И только тогда, блин, когда он разжиреет, да, его отстреливать. А не вот этим мальком-бомжом его стрелять. Блин, дурные там суицидники, честное слово, неправильные. Ой. В общем, что-то мне кажется, сегодня у нас, походу, ничего не будет. А если будет, то какой-то, блин, залетный. Ну, не буду загадывать. А то еще сглязю. Шериф, держи лайкос. Пасяб, самому честному и справедливому суицидеру в мире ЕВ. Ну, прям загнул. Да, не оскуднеет донаты тебе, да увеличится розыгрыш щедрости твоей. Вау. Сколько слов. Спасибо. Климент, каракалдиш... Так, это понятно, это не ко мне. Это там к товарищам. Не, ну, блин, 87, я чувствую, мы сегодня уже не наберем. Хотя, кто знает, а вдруг. Так, АФКшников левых больше нету.
Так, здесь там еще летит нормально, да, еще летит нормально. О-о-о-о! Хрена себе подтормаживает. А чё так плохо? Сколько здесь в локале-то? Локал маленький-то. С хрена так тормозит-то? Ну, по фритаку даже видно, как он летит. Офигеть. Да, чё-то с раками беда. Угу, и влог что-то прям вообще долго берет, и скан тоже вообще дико долго. Так, надо проверить, у меня эти-то живые, хоть окна, а то мало ли, где-то, блин, подвис, сдох. Да, не самое лучшее. Да блин. Да, грустняенько. Ну прям видно, да, как вот он отварпывает. Прям реально с лагами. Да, печаленько. Сергей, вопрос, что лучше сразу продавать или лут, или ставить на продажу на месяц? Слушай, ну я думаю, у тебя не прокачано, скорее всего, торгаш, поэтому лучше сразу продавай. А вообще, смотри, цена покупки-продажа. Сейчас. Нет, ну интересно. Ну, давай возьмем любое что-нибудь. Ну вот, к примеру, да, цена покупки 10 тысяч, цена продажи 75. Естественно, лучше в это выставить на продажу. Вот, чем сразу слить. Или, к примеру. Ну вот. Лям 600 и лям 300. С учетом, что у тебя торгаш не прокачанный, имеет смысл, наверное, сразу продать. То есть, вот понял, да? Логику. Дима, я его на фулл танкованном Т1, 320 лямов со скана в Уедаме, по мне начал стрелять какой-то дурной гнойс, вечная ему память. Ну, ты правильно сказал, дурной просто, да еще и на гнойсе. Фулл танкованном. 300 лямов, да вы чего там, вообще обалдели.
Вы зачем так танкуетесь-то из-за 300 лямов-то? Понимаю, там 600-800 лямов. Да, окей. Никто, знаю, я в последнее время балет, я из-за таких затупов 100 лямов слил. Ну, 100 лямов это не очень много. Вот. Но таки да, что-то как-то, блин. Вот в нули с такими лагами что-то лететь уже не хочется. Была у меня мысль в нули скататься, посканить, там поохотиться. Стримчанский строй. Но вот глядя на вот это дело, что-то вот желания нету. Элементарно, если мы с кем-нибудь там схлестнемся, легко можно оказаться это в реком. Если там пропрыгнул на гайке, а там для ровного счета, честно, не понимаю, как ты без второго Моника живешь. Он очень нужен, что стримеру, что айтишнику. Купи хотя бы себе 1280 на 1024. Но лучше 1080 рублей. Стоит от 5К, а разницы мало. От себя хочу сказать, на 4К играть в Еву. Такое себе удовольствие. Ничего не видно без скалирования. Кэш, спасибо. А, как живу? Ну вот как-то вот живу, видишь, без второго. Да, раньше-то было проще, на самом деле. Раньше у меня всего два окна было. Два аккаунта и все, и не заморачивался. Вот, стримить начал, пришлось еще одно окно делать, потом еще одно, потом еще. И вот как-то вот дожил до такой тематики, что, блин, ну реально, без второго уже никак. Вот, а второй Моник я просто хочу, такой же, как у меня стоит. Просто чтобы, ну блин, как это хрень называется? Ща. Во, мне подсказали. Перфекционисты. Перфекционист. Перфекционист, а точно? Вот, короче, чтобы вот прям все вот идеальненько было, все вот хорошо. А 4К? Какое 4К? У меня не 4К. Откуда у меня 4К? У меня не 4К. Поэтому не знаю. Это хорошо смотреть 4К, вот народ, да, на YouTube там делает 4К. Это хорошо, есть-то там на телеке, блин, современ, там какой-нибудь этом плазме или еще что-то такое. Ну, короче, кто вот это все дело поддержит, то там, блин, а там можно, да, такой, вау, офигеешь, смотришь, блин, прикольно. А когда ты, блин, на телефоне смотришь, да, там, стрим чей-то, в записи, не в записи, неважно. Или даже просто на компьютере на обычном Монике. Да какая нахрен разница, какое у тебя там разрешение? Ну, в смысле... это самое, 10 на 80. 1080. 10 на 80. Блин, привык сокращать. Вот, или там 4К. А нагрузку на компьютер, блин, ой. А толку, блин, никакого. Да, не помню, говорил, нет. Кэч, спасибо. Макс, некоторые модули можно на репроцесс рефайн отправить и продать уже минералы. Или построить из них БШ и продать БШ. Плохая идея. Это надо прокачать, тогда рефайнинг. Это раз. Во-вторых, опять-таки, не везде можно это делать выгодно. Это тоже еще та тематика.
Надо будет тоже точнее, наверное, видосик по этому поводу записать. Свеженький гайдик на эту тему. Потому что у меня он уже был. Но такой поверхностный. Надо, наверное, более глубокое это все дело сделать. Климент Кьорд слил за 700 лямов. Ой, да ладно, чё, блин, слил 700, 300 лямов. Давайте уже за лярды. Тогда я буду вас понимать. А то, что до лярда, это, ну, блин, это несерьезно. Я вон вчера. Нет, не вчера. Короче, вне стримов. Где-то лярда 3 уже слил. И чё, и ничего, нормально. Я ж не плачусь. Николай, привет. Клименко, игра просто остановилась, а чат работал, и все, тетю Орту за 700 лямов. А, ну вот, о чем и речь. Че вот там, 89. Слушайте, ну блин, может и дотянем, давайте. Может быть и сможем еще одну астурку разыграть. Че они там валяются без дела? Да хоть какая-то польза будет от них. Петр Додос, 5.03, так сейчас 6. А так все еще продолжается, они различаются по размеру, используя методы интенсивности продолжительности. А, это новость нам, что ли, притащил? Слушайте, а тут уже было доселе Евко. Что-то мы тут, по-моему, месяц где-то страдали, как зимой, кажется. Месяц страдали из-за этого. Ну, может, не месяц, может, поменьше. Ну, долго все равно. Походу, опять. Так, пока что-то никакой вкусняшки вообще не видать. Виталий, привет. И тебе привет. Тебе кто-нибудь уже говорил, что ты со Стивеном... Трейном. Один в один похоже. Удачи с охоты. Спасибо, Стивен Стрейн. Слушай, знакомый, по-моему, да. Сейчас проверим. Мне ж тут уже и фотики закидывали. Как там сал? Стивен Стрейн. Ага, да. Так, погодь. Мы с ним не похожи. Это он на меня похож. Все. Да, говорили, там уже даже эту ссылочку скидывали. На фотку его. Блин, а я что-то не писал. А сколько ему лет? А мы сейчас, вот сейчас вот, вот сейчас выясним, кто на кого похож. Блин, назад. Все. Он 86-го года, ему 3-4 года. Все, он отдыхает. Это не я на него похож, это он на меня похож. Все. Вот вопрос решили. Это он мой облик скопировал. Ой, там покрасок тьма тьмущая. И всякого остального говна. Нет, тут... Я тебе говорю, на 4К я играю в Еву, без 150% или 175% интерфейса, ничего не видно. Оптимальный вариант, 1080 рублей, на 4К стримить, забудь, оно никому не нужно. А развитие канала, чем больше ты будешь спамить актуальные темы, типа, как нафармить на Амигу, то больше подписчиков. Но по мне, это...
А, так это ты 4К? Все, я тебя понял. Я-то думал, ты вообще имел в виду. Конечно, спасибо большое. 10 на 80. Так у меня вот как раз и я истреблен на 10, на 1080, короче. Самое, по-моему, оптимальное и нормальное. И на телефоне видно, и на компьютере отлично все. Все отличненько. А так, да, я, в принципе, пытаюсь и туда влезть, и сюда влезть. Недалеко отходя от своей основной тематики. Но потому что по Евке, реально, суицид, стрим только у меня. Причем я полазил даже по этим забугорникам. У них тоже в основном все крабы. Суицидников нету. Никто суицид не стримит вообще. Есть ПВПшники. Кстати, Бист как не один такой. Но он врут. Это путь в никуда. Объясняй нормально людям. Школа-то тут ни при чем. Люди нормально ждут. Конечно, спасибо большое. Ну, так я пытаюсь нормально все это дело объяснять. Вот, так вот, Бист это вру зоне. Один-единственный, да, вот такой ПВПшник. Вот, с бугром еще есть ПВПшники. Так, ради интереса, если интересно, посмотрите. Найдете. Там не один даже ПВПшник есть. Крабов? Тьма тьмущая. Копателей, майнеров, ну, не тьма тьмущая, тоже хватает. По торговле, ну, так, чтоб прям вот вообще жестко углубленно и... В основном торговля. А, и еще и производство у него. Это у нас этот самый, как уже его... Буренка. Все. Остальные у нас крабы. А, за бугром, в принципе, по поводу производства торговли тоже есть. Немножко. Парочку, по крайней мере, нашел. А по суициду никого нет. Нигде. Нигде нет. Ни за бугром, нигде. Вот кроме меня. Вот так вот. Дальше, можно сказать, монополия у меня в этом плане. С одной стороны... А с другой стороны, хрен оно знает, как оно, блин, на самом деле пойдет все. Ну и здесь про память суицида. Ева-то у нас многогранна. Не стоит забывать и о чем-то либо еще другом. Собственно говоря, стараюсь тоже не забывать. И немножечко туда, немножечко сюда. Так сказать, на полшечки туда или на полшечки сюда. Ибо... Как Эши сказал, и тут я с ним абсолютно солидарен, нужно затрагивать разные вещи. А, он нашел. Никитос, как ты относишься к Академии, Russian Academy? В смысле, как я к ним отношусь? Никак я к ним не отношусь вообще. Краб, ты покажешь, как суицидить? У меня дофигища нарезок, у меня дофигища уже стримов, где были суициды. Ну, сейчас вот, ну, я ж не виноват, ну, нету, блин, цели. Ну, что ж я могу сделать? Вот. Можешь посмотреть, как это происходит. Саму стрельбу, да, можешь посмотреть без проблем. Чемодан, ну вот есть такой утонкованный кораблик, что теперь не возить на нем ничего? Да, не возить. Нефиг. А что у нас тут происходит? Что-то сейчас же раздали, да, вроде? Странно, улетели.
Никто, кстати, 9 лайков до Астраки осталось. Ну, давайте, добиваем. А, Сергей, вопрос. Если я поставлю на прокачку скиллы и еду на дачу, они прокачиваться будут? А, так, подожди, ты у нас, по-моему, говорил, если не ошибаюсь, это Альфа. Альфа, по-моему, если не ошибаюсь, на сутки можно только поставить скиллы. По-моему, больше, не больше трех, кажется. Или не больше суток. Вот, у Омеги ты можешь поставить... Он, видишь, я сейчас забабахал на... Твою Тишкина. Вот опять, блин. На 36 дней забабахал у меня. То есть я могу, блин, куда угодно вообще свалить, да, и они будут у меня прокачиваться. У Альфа в этом отношении большие-большие проблемы. Кстати, да, Макс, все правильно. Если даже удалишь игру, они все равно у тебя будут прокачиваться. Пока, пока. Пока они у тебя там есть. И пока Омега не закончится. Омега закончится. Если там вот проплатил до какого-то времени, Омега закончилась. И все. Правда, я там уже не помню, как там дальше работает это. Потому что ты вроде как попадаешь на Альфу, а у Альфы там обгрызано. А у тебя там, допустим, было забито. Блин, не буду врать. Петр, я как-то 4 лярда слил, потужил и дальше играю. Что теперь делать? Вот, правильный подход. Правильный подход. У меня тут, он народ, блин, и 6, и 7, и больше лярда сливает. А вон у меня максимальный был слив. Ну, не у меня, в смысле, я слил людям. 15 лярдов, и ничего, нормально. Правда, не знаю потом, что с этим человеком стало, вообще, как, чего. Информации у меня на эту тему нету. Но я в плане того, что вон, сливают, ничего, все хорошо. Miracle, озвучка донатов уж очень громкая. Согласен. Ну, во-первых, они нечастые, поэтому потерпеть можно. А во-вторых, я хотя бы реально слышу, что они пришли. А то до этого... до этого у меня что-то как-то было, что я их реально не слышал. Даже не то, что я их не слышал, то, что я типа глухой или что-то. У меня даже чатик их не слышал. Еще возмущались, какого хрена, блин, донат не слышно. Поэтому я такой, ладно, сделаем себе донат. Были бы они там... Боль чаще, скажем так. Тогда имело бы смысл сделать потише. А так, че? 1-2 за стрим-то. За 10 стримов, хорошо. Ничего страшного, можно и потерпеть. Что-то у нас как-то все не идет. Че там, 9 лайкосиков народ остался. Давайте, кто еще не простал, давайте 9 лайкосиков доставляйте и сейчас по-быстренько Астерку разыграем. Давайте там, зовите знакомых, незнакомых. Незнакомых даже еще лучше. Или здесь еще и подпишутся. А какой ты быстрый, это кто был-то? Я даже разглядеть не успел. Какой-то индус. Клочник, скорее всего, они такие быстрые гады. А в клок не ушел. Блин, черт его знает. Не, тут уже вон люди сами сливают по 10 лярдов на награду за голову, да? А, это про Russian Academy. Да блин, это один такой был. Чудо в перьях. Но его можно понять, деньги не его, ему и насрать было, конечно, чего бы нет-то. Никто, на Альфе нужно грамотно распределять скиллы. Сначала скиллы, которые 1-3 часа, потом можно долго изучать, поставить и так до 3-4 суток ставить. Слушай. Скажи мне, пожалуйста, на кой ляд такие проблемы? Такие сложности. Ну вот серьезно.
Не проще ли Омегу взять и все, и не заморачиваться? Ну чё, блин, 500 рублей, ну вот реально. В месяц. Это же не каждый день, это в месяц. Ну это чё, до хрена? Ну ладно, когда у меня вон много окон. Окей, это, блин, уже чувствуется, да? Вот, но вы там по одному окну играете. Коребонькаете в одно окно. Ну чё, много что ли? По-моему, нет. Ну странно, я не понимаю. Макс, жду 99, чтобы соты поставить. Это же типа на удачу, что ли? Неважно, поставил лайкосик. Добрый вечер, тебе привет. Опять суицид. Было что интересно уже. Да, опять суицид. Интересно. Интересное, наверное, было из того, что полтора лиард 900 мин пролетали. Но индус был разводной. Утанкованный вообще в усмерть. То есть я бы его здесь вообще никак не взял. Если бы он был бы в 0.5, это был бы наш клиент. А тут, к сожалению, нет. Вообще никак. Йо-йо-йо-йо-йо. Еще один. Успел, не успел? Ну, в общем, сегодня вечер бомжей. Вот говорю, один только у нас был интересный. Ну и то, блин. Наглухо утанкованный. Грусть, печаль. Как тебя правильно-то? Вроде хочу прочитать ниндзя, но зя-то нету. Не я, наверное, как-то так тогда получается. Ниня. 1000 вроде, а не 500. Я уже нить разговора потерял. Напомни, о чем речь. Вот этот наш был бы клиент, но что тут триллиард все же. Было бы там триллиардика, было бы интересненько. Ну, давайте. Летите уже. Один раз шмяк, ну и все. Честное слово, больше не буду. Один раз только. Грусть. Ладно, давайте сделаем так. Я сейчас на перекур сгонцаю. Стоять. Вот, вы там по возможности лайкосиков добьете. Если не добьете, то с обязательством потом добить. Вот, приду, и мы тогда разыграем астерку. Договорились? Тут, в принципе, немножко-то осталось. Все. Значит, так и сделаем. Thank you.
Так, я вернулся. У нас тут случаем ничего не пролетело? Ничего. Так. Куда вас отправить? Вот сюда. Так, ловите ссылочку. Сюда идем. Оставляем свои ники, ставим лайко. Ядрен батон. Ставим лайкосики. Ну и ладно. На все про все. Ну да, давай. Сейчас 42 в 50. 8 минут, короче. Вот, ставим лайкосик, спишем свой ник игровой и разыграем следующую астерку. А, по поводу этого, подписки, все, до меня дошло. Ну, у кого как, у меня 560, по-моему, рублей подписка вообще стоит в Россию. Где там 1000 рублей, я не знаю. Неважно, вчера хотел в дронах просканить, но не смотрел маршрут. В первой же нулевой системе на гите бубль попал, просканил, блин, даже капсул не пощадили. Аккуратнее надо. Ой, может, повезет все-таки, а, слушайте. Вот наконец-то кого-нибудь ломануть. Бомжи, просто бомжи летают. Ну, оно и не удивительно, на самом деле. Действительно, что-то интересное, хорошее, вкусное, дорогое не так часто летает. А я из тех суицидников, которые на мелочи не размениваются. Я предпочитаю лучше уж подольше посидеть, но повкуснее съесть, чем стрелять постоянно, но по всякой хрени мелкой. Смысла в этом не вижу. Макс 101. Вау! Круто! Но в любом случае, ссылочку я уже скинул. Еще 6 минут. Идем по этой ссылочке. Ставим лайкосик. Пишем свой ник игровой. И разыгрываем астерку. А в следующий раз, кстати, можно будет, по-моему, кикемера у меня там валяется. Ну-ка, сейчас гляну. По-моему, кикемеры валяются. А, один ведьмак есть. Да, и кикемера есть. О. Можно будет еще их тоже разыграть. В принципе, еще астерк достаточно. Короче, пока еще у нас спонсорских кораблей хватает. Поэтому розыгрыши у нас будут и дальше проходить. Никита уже 3 коммента с ником оставил. Так, народ, давайте только не спамить.
Давайте по-честному все, ладно? Юрий, стоит ли сканить у Амара в хайсеке? Сканить в хайсеке и в лоу вообще смысла нету. Там есть только для тренировки. Для тренировки, заради бога. Ну, просто как заработок, это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Поэтому смысла в этом я не вижу. Юрий, новички в нули? В принципе, можно и в нули. У меня по этому поводу и стримчанские есть, и гайдики есть. Так что можно и в нули. Главное в себе развить паранойю. И очень аккуратно летать. Тогда проблем не должно быть. Ну, а там все на удачу. Как повезет. И еще по поводу скана в нулях. Летать лучше всего не в прайм-тайм, а где-нибудь, если есть возможность, в нули, по крайней мере, сканить. Лучше утром, когда народу немного, либо сразу после ДТ первые несколько часов. Потом народу наваливается, плюс аномальки уже погрызанные, покусанные уже. Сканишки ж не дурные, они же все прекрасно знают, что после ДТ все обновляется, и, блин, можно спокойненько лететь, вкусненько сканить. Поэтому вот это вот основное время, когда лучше все сканить. Это, по крайней мере, для новичков. Остальные, конечно, могут, не новички, я имею в виду. Вот, в принципе, в любое время. По мне так, наоборот, лучше, когда prime time, там повеселиться можно. Именно как раз с бублями всякими. С кемпами на гейтах. Ну, это как-то просто разнообразивает, как-то повеселее становится. Не просто там летаешь, сканишь. Макс, если понять систему статик ВХ, почти всегда будешь безопасно летать. Я начинал играть эксплойером, в конце первой недели по нулям и ВХ летал. Слушай, ну не знаю, ВХ, я уже сколько раз говорил, ВХ недолюбливаю очень сильно. Не люблю я ВХ. Вот, это вот надо просто быть ВХшником, чтобы прям вот нравилось это дело. Мне это не нравится, ВХ. Не люблю я его вообще. А чем мы так стоим-то вообще? Стоит. А он утанкованный, он развод... Блин, 110 лямов на развод. Чё, серьезно? Ну, тебя давай полностью просканим. Как-то ты слабенько. О, тут это уже больше похоже на... Ну да, но, блин, 110 лямов на развод вообще не похоже. Больше похоже, что уснул. Ну и опять-таки хлам. Даже с учетом чертежей, которые нахрен никому эти не нужны. Так, а у нас уже время. Сейчас, давай, дочитываю чатик. А, ну там между собой устроили. Все. Так, сюда. Сюда. Так, это у нас последний был. Понеслась. Так, Владислав Доманов. Короче, у нас Астерка выиграл. У
общем, Владислава, поздравляем. Создать. Далее. Так, я так понимаю, вот этот, видимо. Так, проверяем. Владислав Доманов, Астерка, все. Готово? Готово. Все. С ним... с ним, в смысле... Закончили. С этим вопросом. Так, ну, на сегодня все, ребят. Я уже отключаюсь. Я сейчас по 5 часов сплю, в принципе. Ни хрена уже не высыпаюсь. И просто реально уже отключаюсь, устал. Поэтому на сегодня все. Завтра пока не знаю, будет стримчик или не будет стримчик, как после работы себя буду ощущать. Вот. Ну, если чего, смотрите за анонсиком. Вот, если будет стримчанский, жду. Всех жду.